Добрый день. Слушаю историю одной успешной женщины. Она говорит, что когда я заканчивала школу, то я приняла решение, что я буду успешной. В жизни вообще успешным человеком. Она сказала, что я буду успешной, я буду самостоятельной, я буду богатой. У меня будет хорошая семья, и жизнь я свою проживу счастливо. Так я решила, сказала она. И когда я завершила обучение в университете, то вместо того, чтобы идти работать по специальности, я решила заняться бизнесом, конечно же. Потому что именно бизнес дает ту самую свободу, самостоятельность, силу, возможность проявить себя как личность, выработать в себе нужные черты характера и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я занялась бизнесом. Со временем у меня появилась такая, я освоила такую методику, я нащупала такую систему, я приобрела определенные знания, и на основе этих знаний, говорит эта женщина, историю, которую я вам рассказываю, я наловчилась применять определенные приемы, совершать последовательные действия, которые всегда приводили меня к успеху. Чем бы я ни занималась. Главное поставить цель. В основе этой методики достижения успеха, чем бы ты ни занимался, главное поставить было цель. И вот я ставила цель за целью, и незаметно для себя вдруг осознала как-то, что мне уже 32 года, что у меня серьезный, прогрессирующий международный бизнес, что я стала личностью, которую уважают и знают в этом мире, и что пришло в конце концов время, когда мне нужно от случайных знакомств взяться за то, чтобы найти себе мужа. В 32 года у меня образовалась цель, рассказывает эта женщина, выйти замуж и создать семью. Слава Богу, говорит она, что у меня была методика, с помощью которой я всегда достигала успеха в бизнесе, какой бы цель я перед собой ни ставила. И я решила, что пора. И вот как я действовала, рассказывает эта женщина. Я вдруг, после того, когда осознала, что я нуждаюсь в спутнике жизни навсегда, постоянном спутнике жизни, который будет сопровождать меня до конца дней моих на этой земле, всегда, я стала размышлять над тем, каким должен быть мой избранник. На то, чтобы определить, сложить в голове представление об этом человеке, об этом мужчине моей мечты, у меня ушло, говорит, недели три. Каждую паузу, каждую возможность подумать об этом я использовала для того, чтобы представить его. Как он выглядит, какой у него рост, какое телосложение, цвет, волосы, нос, уши, брови. Я представляла его мысленно, внешний вид, все его антропометрические данные. Я представляла, чем он может заниматься. Меня не устраивали большое количество профессий, меня просто не подходили мне. Я бы, например, не хотел, чтобы я ходила с ребенком, с животом и дожидалась мужа, который находится в плавании по 8-9 месяцев. Меня, например, не устраивало. Меня не устраивало, ну и так далее, и так далее. Многие вещи просто были отметены, и меня в результате долгих трехнедельных размышлений сложился образ. Я уже могла, закрыв глаза, представлять этого человека. Я, говорит, у меня такое ощущение, что я, наверное, уже могла представить, как он пахнет. Я уже могла уже думать о его привычках даже. Иногда я настолько четко его видела, что аж мурашки по телу. На это потребовались усилия. Время и усилия. 3 недели. И наконец пришло время, когда у меня все пазлы сложились, и я могла сесть и из своих разрозненных заметок в еженедельнике, которые появлялись у меня периодически, сложить его портрет, полную его картину. И на целом листе бумаги, в подробностях,
На нескольких листах я написала, каким должен быть мой будущий супруг. Что он должен любить, какими качествами обладать, как он должен быть воспитан, чем должен интересоваться, что любить, что ненавидеть. Короче говоря, я все самым тщательным образом описала, закрылась в своей комнате и в тишине помолилась. Я сказала Богу: «Бог, ты мне всегда помогал. Бог, этот метод всегда срабатывал. Сейчас мне нужен муж. Я ставлю новую жизненную цель. Возможно, это самая главная цель моей жизни. Мне нужен муж. Мне нужен мой единственный человек вот с этими качествами, который где-то ходит. Он есть, живой. Пожалуйста, сведи меня с ним. Дай мне возможность увидеть его, распознать и связать с ним свою судьбу. Ты Бог, ты не человек, ты не можешь обманывать. В твоем слове написано, что если я буду верить в молитве, когда прошу, то ты мне дашь. Пожалуйста, я тебя очень прошу, я верю. А вера, я знаю, это осуществление ожидаемого. Я буду ждать, я буду дожидаться своего человека. И я закончила, как всегда, по своей методике молитву, поблагодарила Бога за то, что Он откликнулся на мою просьбу, эту бумажку сожгла и развеяла ее по ветру, чтобы вся окружающая действительность восприняла эту информацию, и с Божьей помощью этот человек проявился наяву. Из моих слов, из моих представлений, из моих ожиданий, из моей веры, а вера есть осуществление ожидаемого, этот человек проявился. Я так делала всегда, рассказывает эта женщина. Я так построила бизнес, я так построила свою собственную жизнь. Я так достигала каждой цели. Это не было легко, это был труд, но именно это и работало. И буквально сразу после того, как я развеяла по ветру пепел от этой бумаги, я стала ожидать от Бога этого человека. Жизнь показала, что этот человек, мой будущий муж, проявился в моем окружении на следующий день. Я не смогла распознать тогда, говорит эта женщина, не смогла распознать, что это был именно он. Но он появился на следующий день. Потом мы встретились через 2 месяца. На следующий день этот человек появился в моей жизни, и появилась ниточка, которая нас каким-то образом связала, какой-то шанс на следующую встречу, чтобы я могла его распознать. Через 1,5 года мы уже точно знали, что мы муж и жена. И когда я ему рассказывала и доставала свои записи в еженедельнике, каким он должен был быть, и каким я его себе представляла день за днем, у обоих мурашки по телу бежали, потому что это было настолько сверхъестественно, настолько это было чудесно, настолько это было ненормально, не вот с житейской точки зрения, но эта методика работает. И вот эта женщина с детьми, у нее успешный брак, счастливый человек, портрет, который она рисовала, практически полностью отвечал тем требованиям, которые она закладывала в своих молитвах Богу. Зачем я вам рассказываю историю успешной женщины? Я давно слышал эту историю. И давно знаю, что это работает. И давно использую подобную методику. Не все сразу и быстро получается. Не все легко так, как я сейчас рассказал, потому что это требует концентрации усилий, прежде всего мыслительных. Надо об этом думать. Недаром Наполеон Хилл написал книжку «Думай и богатей». Думай. Вот когда я использую таким образом свой мозговой аппарат, мыслительный аппарат, когда я думаю над своими целями, когда я их представляю, то так и происходит. Сегодня я
успехом применяю эту методику в построении бизнеса. Мне потребовалось время, чтобы найти дело. И теперь вы когда-нибудь узнаете, что теперь. Вы подумайте над этим. Возможно, это вам пригодится. Возможно, это можно применить. Возможно, вы можете применить это к своему делу, к своим целям. Не обязательно выйти замуж. Возможно, кому-то надо жениться, а возможно, кому-то заработать денег, а кому-то отдать долги, а кому-то купить новую машину, а кому-то новый дом, а кому-то достичь карьерного статуса, а кому-то помочь маме, а кому-то вылечить детей, а кому-то... Мало ли у кого какие цели. Я желаю вам удачи. До свидания.